Всем привет, друзья мои, и с вами я, Светлана Ата. Друзья мои, вы в курсе, что я скоро поеду в Батуми, и поэтому я в последние дни очень много хожу по магазинам и выбираю подарки для моих знакомых, друзей и родственников. Так вот, друзья мои, я решила спонтанно снять это видео. Почему? Потому что скоро у меня этих вещей красивых, которые я приобрела, не будет. А очень хотела бы вам показать их, потому что среди моих друзей очень много есть те, у кого именно канал по рукоделию. Именно для них, вот для всех любительниц, я вот хочу поделиться с вами вот этой красотой, которую я приобрела, увидела на базаре. Так вот, друзья, смотрите, какой у меня полный таз всего. Они мне упаковали в специальные такие уже пакетики. Поэтому сейчас ждите, будем конкретно рассматривать каждый. Так, ну так вот, друзья, начнем с того, что на мне. Так вот, посмотрите, какие сережки. Ну, я так буду только показывать вам, а вам уже судить, как уж. Посмотрите, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста. Вот такое ожерелье. Я вот именно комплектом продавались. Сережки я подобрали. Ожерелье. И вот посмотрите, какое вот. Какой браслет. Он, кстати, растягивается, можно снять так, но я вот не видела, вот только сейчас обнаружила. Вот такой вот замочек. Посмотрите, пожалуйста. Красиво, правда? Ой, друзья мои, такая жара в Мерсине, пипец, как говорит Мария. Вот так может, наверное, будет получше мне сесть. Так, ну что, перейдем сейчас вот. Вот такие браслетики я взяла. Посмотрите, какие красивые. Видите? Вот такие вот. Именно посмотрите, тут 5. Вот они так, вот так вот. Красиво, правда? Это именно можно под все одеть, такие цвета мне нравятся, особенно фиолетовые. Это, говорят, настоящие камни. Не знаю, насколько это правда или нет. Не знаю. Если это настоящие камни, тогда хорошая цена. Так, вот такое следующее. Посмотрите, тоже из 5 отделений состоит. Вот так вот. На подарочки. Видите? Вот, мои хорошие, красивая, красивая. Такое, ну ничего не скажешь, красивая. Так это они делают все. Вот, следующее вот такое. Я не буду сейчас одевать на себя. Вот, посмотрите. Вот так покажу его вам. Так, мои хорошие, тут у моих соседей ремонт идет или что, и как они только начинают стучать, я прерываюсь все, чтобы вы не слышали и вас не беспокоили. Вот следующий браслет такой, четвертый, посмотрите. Мне почему-то нравится все в голубых оттенках. Слышите, опять начинает стучать. Ну вот такой вот браслет. Как можно в такой жаре ремонт делать? Так, и вот пятый браслет. Смотрите. Он зеленый мне тоже очень такой красивый. Я не знаю, какие здесь камни. Вот посмотрите как. Это все они сами вот сделали из бусиков. Вот такая просто цепочка идет. А это все бисер. Вот. Под мои зеленые глаза, не так ли? Подходит? Вообще я люблю зеленое такое. Все зеленое, зеленое, зеленое. Так, ну что. Теперь перейдем... Да-да-да-да, к сережкам. Посмотрите, какая красота.
Подходит они мне? Ой, я тоже думаю, подходит. Ну, я посмотрю, как и что. Ну, это я и кое-что и себе оставлю, посмотрю там. Кое-что я сейчас хочу прикупить себе. И если мне что-то понравится, вот подойдет обновочка платьице, мачице. Ой, какие это красивые. Сейчас я вам покажу красотулечки, друзья мои. Посмотрите. Сейчас я сниму эти сережки и одену их. Кстати, я вчера их носила целый день, и у меня не заболели уши. Видите, какие красивые? Видите? Поближе. Поближе посмотрите мои морщины, да-да, разглядите. А вы знаете, что я своих морщин даже не стыжусь ничего. Заслуженные морщины. После моей такой жизни я даже горжусь своими морщинками. Так что смотрите на здоровье. Можете посчитать, сколько. У кого будет желание. Мне как-то говорили, там ботокс, моток сделай. Но я это аллергичная, ничего не хочу. Уколов боюсь как. Помереть хочу, боюсь от аллергии. Понимаете, у меня такое было шок анафилактический один раз в жизни. Мне вкололи такое лекарство обыкновенное. Преднизолон. Это история такая очень давно произошла. Я от мяса, кстати, на свадьбе поела нехорошую свинину. Хорошая была, но не прожаренная. И заболела трихонеллезом. Вы представляете, что я пережила? Я чуть не в свет не отправилась. Мне было где-то 33 года. В то время я как раз работала хорошо в госпитале российском. И у меня, вот я буду заодно показывать. И я вот, знаете, как... В госпитале работала, что-то мне не то, что-то я опухала, что-то температура, такой дискомфорт, была слабость такая. На работе хожу целый день, прихожу потом, и плохо мне, понимаете, силы нету, в мышцах боли. А посмотрели, у меня есть эозинофилы около 100 с чем-то, представляете, 3 норме. Мне быстро же почти в инфекционной капали, и ввели преднизолон. И вы представляете, мне реакцию дала, анафилактический шок. Я тряслась и прыгала там с койки. Очень сложно, я говорю, я такое пережила. Так что обязательно будьте осторожны, когда вы будете кушать шашлык свинины и не прожаренный. Я вас предупреждаю, это страшная болезнь. Я столько Веромаксет выпила, именно лекарства от глистов. Вы себе не представляете, упаковками пила, пока я, во-первых, 10 дней лежала в больнице на капании. И вот это вот мне все равно делали преднизолон. Это было что-то страшное, друзья мои. Если бы еще чуть-чуть, я бы с вами не сидела бы. Отекла бы и все. Погибла бы. Так вот, какие сережки буду отвлекаюсь, блин. Наверное, вам это не интересно про мои болячки, но это очень серьезное дело, от которого я чуть не умерла. Так, мои хорошие, поэтому я боюсь вот делать укол. А это, посмотрите, какая красота. Такой кулончик красивый. И он подойдет, не правда же? Эти сережки подойдут под него или нет? Ну, это хочу на подарок, а можно и надо поносить пока самой. Ну, в общем. Так, следующее. Какое красивое, посмотрите. Посмотрите, какая красота. Но я не могла пройти мимо. Посмотрите, друзья мои. Ой, не знаю сейчас, как мне это... Вот так оно выглядит. Очень красивый летний вариант, вообще бесподобный, не так ли? Вот, пожалуйста. Так, вы это посмотрели тоже. Так, ну что, и перейдем, друзья мои. По-моему, это последнее уже. Потому что это немало тоже я показываю. А мне кажется, это очень интересно, очень красиво, друзья мои. Так, ну что... Начинаю. Та-да-да-да. Посмотрите, какая красота. Друзья, вы посмотрите, какие красивые.
А это еще не все. К нему идет вот такое вот шикарное, красивое. Посмотрите, это здесь комплект. Эти сережки. Супер, не правда ли? В общем, друзья мои, вот такие покупочки, подарочки, покупочки. Не знаю, посмотрим, кому подарю, может, сама оставлю. Не, ну все себе не оставлю, но кое-что оставлю. Вообще-то я люблю золото. Золото и золото все-таки. А это можно только, знаете, как ой, жарко так. Можно вот сейчас вот летом под такой яркий наряд, платьице, все. Кстати, мои хорошие, вот так вот. Сейчас я вам покажу все это на подносе. Еще забыла показать. Вот смотрите, на очки вот такой вот они придумывают. И делают это с разных, разного цвета. И желтый, и зеленый, и синий. Так как я ношу на очки, мой муж мне решил купить. Смотрите. Здорово, да? Кстати, покажу вам сейчас поход. Ну как я вам покажу мою прическу. Такая жара, я решила вот на видите, не видите. Делаю себе косички, детство вспомнили. Представляете? Чем старше, тем чаще вспоминаю детство. Люблю я косички делать. Вот немножко вырастут у меня волосы, подрастут. И ой, прически буду делать, показывать, снимать. Вот посмотрите, теперь все поближе, с близкого расстояния. Как это все выглядит. Так, вот эти сережки, кстати, они, по-моему, подойдут под это колени, так ли? Вот так я это сделала. Вы посмотрите, какое вот. А эти сережки, вот это колье я взяла без ничего. А посмотрите, как подошло. Красивые они, видите? И еще вот такие вот маленькие сережки для моей внучечки взяла. Так, вот посмотрите, вот этот браслет. И эти серьги подошли к нему, не так ли? В общем, тоже можно комплектом кому-то подарить, если понравится. Так, теперь давайте вот так вот я стану повыше. На подносе. Еще раз посмотрите. Очень красивые работы, не так ли? И это все я купила у одной женщины, и она еще вроде бы скидки сделала мне. И знаете что? И когда потом тоже ему сделала скидки. И это все... Где же это еще забыла я? Так, вот браслетики. И вот, вот такая вот это. На часы. Ой, на очки, говорю. Смотрите, какие цветочки. Для очков неплохая вещь. Так что, девочки, вот вам тема. Вот такие браслетики. Сразу три покажу, потому что видео, чтобы большим не получилось. Чтобы вы меня хоть смотрели. Ну, то не все так. Смешно так вообще. Вроде бы так много просмотров, а времени вообще третья часть от просмотров. Ну, никого не заставишь, это личное дело каждого. Кому понравится, тот будет смотреть меня, кому интересно. Вот я говорю, поэтому ютуберам нам трудно, как все нужно, все время. Так быстро не строится Москва. Ну что, подождем. И к нам время придет, друзья мои. Будут люди, которые будут ждать наших видео. Ну что, друзья мои, надеюсь, вам понравилось мое видео.
Тогда ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте написать комментарий. И не забывайте ставить лайки. Вы смотрите, а не ставите. А я пошла готовить ужин, потому что не убираться, что скоро придет мой муж. Как всегда, мне некогда. Давайте пока-пока, целую.